откровение это было сюда. Невозможно. Я спрашиваю, сколько ты договорилась взять за аренду из той квартиры, с этой комнаты, что закрыла. Из какой комнаты? С тобой он договорился, что ты будешь только смотреть. Что ты придешь только смотреть. Только смотреть что? Что смотреть, я не знаю. Извините. На. Ну. Только через несколько дней с помощью она разыскала. Спасибо. Слышь? Да, я слушаю. Так она говорит, он договорился, что он придет, будет смотреть, чтобы никто ничего не взял лишнее. Рот еще не закрыл, да, с утра. Видно, наркотики. Папа твой говорит, что это мышига. Мне врач сказал, что это от наркотиков, а профессор папа говорит, что это мышига. Ну так от наркотиков, ну что? Забрала сына Ярослава и переехала в Кубань. 30 лет эта женщина начала жизнь с чистого листа. Теперь, ничего, собственной трехкомнатной квартиры, она с сыном и Михаилом делила две комнаты с родителями мужа. Ничего не надо. Что я ничего не скажу. Мы посчитали, что здесь лучше. Чтоб я ничего не говорила. Самым сложным оказался переезд 29-летнего Ярослава. Мальчик категорически не воспринимал рядом с мамой нового мужчину. Кто пишется параллельно? Кто именно это зуб У Михаила не было своих детей, так что найти общий язык. Никто не хочет здесь жить, и никто не хочет никакие деньги. К новой семье. Никто не хочет деньги. Предварительные все расклады. И сюда. Сволочь ты. Какие. Без значения, да, то же слово. Да. Не договориться ничего. Лозинген. Визит тот, финансовый демонстрирует.